Здравствуйте, мои дорогие зрители! Вы вновь на моем канале Таня из Англии. В прошлом видео, ну, те, кто регулярно смотрит мой канал, у меня было видео из Португалии. Мы не были в этом году в Португалии, но были наши друзья. И они решили для нас сделать несколько видео. В прошлом видео были интересные моменты из солнечной Албуферы. Сегодня наши друзья приехали в Лиссабон. Лиссабон – это столица Португалии. Они были 3 дня в Албуфере и решили 1 день провести в Лиссабоне. Честно скажу, мы в Лиссабоне никогда не были. Ну, хотелось бы, но в прошлый раз у нас не получилось. Мы были 8 дней в Албуфере, также мы были немного в Фаре. Но вот как-то до Лиссабона не доехали. Ну, надеемся, может быть, когда-нибудь у нас получится побывать в этом красивом городе. Поэтому я вместе с вами смотрю с удовольствием это видео, потому что сама никогда там не была. Ну, как я уже сказала, это столица Португалии. Они с Албуферы доехали на автобусе прямо до Лиссабона. Поэтому, если вдруг вы будете в Албуфере и захотите съездить в Лиссабон, столицу, то, в принципе, очень-очень все просто. Идете на автовокзал, по-моему, около 10 евро они заплатили за одного человека, и в течение нескольких часов автобус вас довезет прямо до Лиссабона. Ну, надеемся, что мы тоже когда-нибудь там побываем. Вот, мы были в феврале месяце, это было 4 года назад, и наши друзья тоже были в феврале, буквально недавно. Посмотрите, какая прекрасная погода стоит. Поэтому, если вы захотите посетить Португалию, то даже зимой там тепло. Но, наверное, тоже бывают дожди. Но когда мы были 4 года назад, за 8 дней стояла прекрасная погода. Ни одного дня не было пасмурного, ни одного дня не было дождливого. Но, может быть, нам так очень повезло. И я вспоминаю, где-то около 20 градусов было. Здесь то же самое, тоже вот февраль месяц. Ну, может быть, местные одевают курточки, но приезжие в основном ходят все в футболках, особенно если люди из каких-то холодных регионов. Поэтому, в принципе, зимой можно тоже приехать. И очень важно, что очень мало людей, и вы можете спокойно гулять, отдыхать. Если вы не любите какой-то суеты, то зимнее время, ну или, может быть, весна, март месяц, апрель, я так думаю, что там не так многолюдно, и можно посетить эту прекрасную страну. Поэтому, дорогие мои, спасибо, что вы со мной и смотрите мое видео. Я вам буду очень признательна, если вы его досмотрите до самого конца. А в самом конце я покажу несколько фотографий из нашего путешествия, которое было 4 года назад. Поэтому в конце увидите наше фото. К сожалению, наши видео не сохранились 4 года назад. Ну, мы только, наверное, может быть, тогда фотографировали. Но были видео, но, скорее всего, они потерялись. Одна из причин, почему я начала все-таки свой канал на YouTube, потому что мы особенно раньше много путешествовали до пандемии. И все наши видео со временем теряются, и фотографии теряются. Но вот благодаря YouTube можем все сохранить и время от времени что-то пересматривать. Потому что невозможно всю информацию сохранить, а YouTube, он все сохраняет. Вот, дорогие мои, приятного вам просмотра этого прекрасного города. Ну, в конце я еще вам немножко прокомментирую фотографии мои.
Что мне особенно понравилось в Португалии, так там очень-очень вкусная еда. Прекрасные морепродукты, рыба, сыры. Действительно, прекрасная еда. И сейчас вот несколько наших фотографий. Как мы с мужем гуляем по Албуфере. Какие мы здесь молодые и красивые, 4 года назад. Прекрасный городок. Видите, февраль месяц. Но мы немножко тоже кофточку, я смотрю, все равно одевали. В какие-то дни просто даже в футболках были. А здесь мы на океане с мужем. Ну и, конечно же, как же без ресторана? Мы были в ресторане. Это где-то около гор. На этой фотографии я под пальмой. И покажу вам несколько вилл. Такие красивые виллы в Албуфере. Городок такой светлый, чистый. Нам с мужем очень понравилось. А это был вид из нашего отеля. Вот такой белый городок с оранжевыми крышами. Ну и наш номер. Это было 4 года назад. Кстати, 3 звезды, но очень хороший был номер. Чистый, новый отель. Вот такой был у нас вид из нашего окна. Дорогие, ну все, на этом я заканчиваю. Всем пока-пока, до новых встреч. Вы на канале Таня из Англии.